Больше 200 работников аэропорта Шереметьево вышли на субботник. Сотрудники очищали берега безымянного ручья, который впадает в реку Клязьма. Ручей убрали от мусора, сухих веток и прошлогодней травы. Мы присоединяемся, конечно, к всеобщероссийскому движению субботника. Считаем себя экологически ответственной компанией, поэтому не могли оставить без внимания это событие. На субботнике присутствовал инспектор охраны окружающей среды, который оценивал экологическое состояние ручья. В Министерстве экологии и природопользования Московской области часто поступают жалобы по поводу содержания и состояния многих водных объектов. В данном случае ручей без названия, приток реки Клязьма. Жители обеспокоены состоянием водного объекта. Мы в рамках всех обращений граждан проводим обследование. Сотрудник обнаружил два незаконных источника сброса, которые загрязняли ручей. Установить источник сточных вод невозможно, поэтому было принято решение срезать и затампонировать незаконные трубы. Теперь сточные воды не будут загрязнять ручей. Также во время субботника администрация города обсудила перспективы строительства очистных сооружений с представителями аэропорта. У нас в Шереметьево запланированы большие масштабные работы по строительству очистных сооружений в будущем, чтобы это... Речка и ручей были всегда у нас чистые, приглядные, радовали не только берегами, но и качественной чистой водой. Поэтому совместно с Шереметьево проводим такие экологические мероприятия. Подобные субботники регулярно проходят в городском округе Химки. Их цель – сделать город чистым и комфортным для жизни. Александр Гузаев, Алексей Сыченко. Новости Химки ТВ.